Блин, классно. В здании бывшего НЛО открылась виртуальная реальность. 700 квадратных метров развлечений. Самая большая точка Беларуси. Пойдем тестить, обещают что-то нереальное. Я взял независимого эксперта, это мой племянник. Зайдем с ним. А еще смотрите до конца, от нас будет хорошая скидка. А что он голову закинул? В общем, это какой-то VR нового поколения. Здесь нет никаких проводов, вы просто их одеваете, играете 5 на 5, бегаете здесь по арене. Блин, классно. Я одеваю эту фигню и иду к ним. Ну как это? Я такого не ожидала. Смотрите, какая здесь детская комната, здесь можно оставить своего ребенка. Есть вот такое меню, пальчиком останавливаете, а еще есть вот такой ланч, в котором можно посидеть. Еще одна зона с приставками, пришли с друзьями, закрылись, посидели, а здесь можно будет посмотреть кино, у нас здесь целый кинотеатр. Шкафчики, куда можно положить личные вещи, раздеться. Вам просто не передать вот эмоции словами, тут надо прийти просто и попробовать это все, круто очень. Парням, ну, 100% понравится, взрослым, невзрослым, берите свою банду, приходите, забирайте нашу скидку, обязательно попробуйте.